Всем здравствуйте! Меня зовут Людмила Черепанова. Я выпускница самого первого потока нашей школы Монта. Вы спросите меня, а чему можно научиться в этой школе? А я вам отвечу. Можно научиться всему, чему вы хотите сами, потому что все зависит от того, с какой целью вы идете в школу. Если вы такой же нулевой пользователь, каким я пришла в свое время, если для вас интернет – это что-то такое страшное, если вы считаете, что браузер – это просто очень-очень плохой мужик, то в таком случае вы начнете с компьютерной грамотности. А потом вы начнете изучать социальные сети. Не только те старые «Одноклассники» и «ВКонтакте», а и те, которые появились не так давно, я имею в виду Инстаграм и Телеграм. И вы поймете, что там можно не только сидеть, лайкать и общаться с друзьями, а оказывается, там можно зарабатывать и очень-очень неплохо. Вы узнаете, что такое сайт, вы узнаете, что такое хостинг, вы узнаете, как можно поселить сайт на хостинге, как дать ему адрес, как узнаете, что такое доменное имя, и вообще научитесь сами создавать сайты. А еще, если вы пришли с целью научиться зарабатывать в интернете, то вы научитесь, потому что в школе вам расскажут о реальных, я подчеркиваю, не о мошеннических схемах, а о реальных способах заработка в интернете. А может быть, у вас в голове давно-давно витает идея собственного бизнеса, но вы просто не знаете, как подступиться к этой идее и как ее осуществить. Так вот, в школе вам помогут создать бизнес-план и запустить этот ваш бизнес. И так постепенно, шаг за шагом, вместе с преподавателями, вы придете к тому, что вы станете продвинутым пользователем. Вы перестанете бояться интернета и поймете, что браузер – это не плохой мужик, а ваш настоящий друг, который всегда приходит к вам, когда вы заходите в интернет. Преподаватели школы – это профессионалы. Это люди, которые знают свое дело от А до Я. Причем это еще какие-то неугомонные люди, потому что они постоянно держат руку на пульсе всего того, что делается в интернете. И любая новинка интернетовская тут же появляется в программе школы. На сегодняшний день, вот уже совсем-совсем скоро, в январе, школа запускает очередной поток своих слушателей. Не упустите этот шанс. Становитесь слушателями школы и успеха вам!